Привет. Чё, как дела? Мытищи. Оу. Лена, привет. Встал, но еще не проснулся. Подняться, поднялся, но еще не проснулся. Привет, народ. А у меня завтрак. Так, где эта долбанная овсянка? Чё по времени? Ой, там матершина одна везде. Наверное. Так, где эта овсянка долбаная? О, нашлась. А с дочкой там одна серия. Доброе утро. БЦА в обычные дни. Ну, наверное, лишним не будет. Если есть возможность, то надо пить. Вот, я так считаю. В смысле, что со связью было вчера? Вчера все нормально было, по-моему. Вообще никто не жаловался. А, днем, может быть, днем там. Да, днем был косяк. А на тренировке все было ништяк. Солнце заходит. А у нас, я не знаю, где солнце. Нет, блядь, билеты это вообще атас. Просрал время. Можно было улететь тысяч за 5-6, если 2 недели назад покупать. Я за 16 500 купил, блядь, вчера. Еще раз. Эй, так. Сегодня, да, сегодня будет тренировка. Тренировки всегда. БЦА в порошке более чем нормально. А завтра ночью улетаю, в 2 часа ночи прилетаю в Краснодар, где-то без 15:00 полечу. И прилечу. Ну и в воскресенье прилечу, часов в 9. Да, там Аркаша будет, и Адам, и Славик, и, короче, мы там будем мутить. Там что-то какое-то мероприятие целое собирается. Славик сказал, надо по-любому прилетать. Я хотел не прилетать, хотел на следующие выходные. Уже на следующие выходные можно было 1000 за 7 слетать туда и обратно. Ну, блин, это... Ладно, хер с ним. Сам лоханулся с билетами. Надо заранее все брать. У меня вечно привычка брать за день. По самой дорогой цене. Я не знаю, в каком зале. Я ночью прилетаю с субботы на воскресенье. Поеду к Славику. Он мне обещал там куриные грудки нажарить с рис. Вот, а поспим, а в воскресенье днем в 2 часа тренировка. Привет, кого не видел. Хорошо. Буду говорить. Нежелание тренироваться? Нет, такого, наверное, не было. Привет, кого не видел. Перескопить, посмотрим, что там со связью. Там какие-то видеосъемки планируются для железного рейтинга, вроде что-то такое. Будем это. Что-то будет там. Так, сейчас, секунду, я залью кипятком.
Так, ну чё? Чё звук? Ну, пуля пишет. Привет. Блин, не могу ему ответить сейчас. Чё, звук есть? Или нет? Что-то народ про звук. А, всё. Кать, напиши ему, что мы в Перископе. Пусть подключается. Чё опять звук-то, блин? Все нормально. Может быть, у вас нам надо чик-чик-чик сделать на телефоне? Чик-чик-чик, так кнопочкой звук прибавить. И все будет нормально. Ну вот, чик-чик, да. Так, ну чё, теперь убиваем желтки. А Гастюнина на его, о его новом бренде ничего не думаю, первый раз слышу. Почему в унитаз? Потому что там они хорошо пролетают и не воняют. А если их смывать в раковину, там, ну, как бы не очень удобно. Приходится прочищать. Поэтому в унитаз проще. О, пуля присоединился. Спалили. Ну, Арни говорил, пусть говорит. Вы больше слушайте. Что это у тебя оповещение не пришло? Я? Да так, в принципе, без изменений. Что там? Нет, все поражают. Вы меня пытаетесь научить, что ли, чему-то, я не знаю. Я же все равно буду делать так, как буду делать, по-своему. Телефон какой? Самый крутой. Да я покупал белок в бутылках, ну не нравится он мне, что-то вот, ну не пошло. Вот, ну, бля, вот почему я не могу себе позволить вот этот процесс разбивания яичек, выковыривание желточков, блядь. Почему я должен себя этого лишить ради какой-то сраной бутылки? Вот скажите мне, почему? Дайте аргументированный ответ. Вот прет меня яички колоть и сливать в унитаз. Нахуй я буду бутылки покупать? Ну, здесь я вижу, что я разбил, что я вылил в унитаз, что я пожарил. А там уже есть человеческий фактор. Что туда налили в бутылку? Что там они сделали? Хер его знает. Нет, я не говорю, что это плохой продукт. Хороший очень, я пробовал. Просто я назло всем буду сливать желтки в унитаз. Вот. Нет, я не человеческий. Я уже давно не человек, наверное. Блять, ну да, вам вот это. Что вы мне пытаетесь доказать? Что там в курицу накачали? Что там в яйца накачали? Мне абсолютно насрать на это все. Если это все учитывать, то, блядь, проще взять и застрелиться, блядь, и не жить. Воздух тоже отравленный. Дышать тоже вредно. И курицу вредно. И яйца вредно. Качаться вредно, блядь. Мышцы слишком перекачанные. Для жизни плохо. Почему-то только мне заебись и все. А всем, блядь, плохо. У всех курица, блядь,
химозная, у всех мышцы мешают, у всех желтки там полезные, у всех там это. Только у меня все вот не это. Все не как у людей. Поэтому я делаю вывод, что я нелюдь. Да? Правильно? Так, ну чё, пойдем. Вот они, белок. Вот они, суки. Сейчас мы их, блядь, уничтожим. С таким смаком. Смывает и дерьмо. Вот. Все. Я бабушка повесила, нет? Все, до свидания. Чего? Так, ну ладно, дальше. Вот гриль. Так, без масла, без всего. Чик. Вылили. И включили. Так. Что у нас тут по плану дальше? Так, сейчас. Так. Тарелочку быстро полон. Масла никакого не лью туда. Я масло не могу с белками. Как отделил ложкой, разбил яйца и ложкой желтки повыковыривал. Зачем желтки выкинул? Затем, чтобы спросили все. Да, без масла. Вон на сковородку вылил и все. У вас 3 часа дня, а у нас 2 часа дня, наверное. А у меня завтрак. Тайские, китайские. Не знаю, когда вдохновение придет. Хуй его знает, когда оно придет. Белка в день, грамм 350, надо 400. Так, где моя штука? Сейчас начнем крутить. Заебал, блядь, придурок. Десятков яиц минимум уходит 7 десятков. Это на завтраке может, но реально намного больше. Я не помню, сколько я весил, когда начал тренироваться. Хер его знает, сколько я там весил. Жена, почему пуля голодный и злой? Да, правильно. Без правильного питания ни согнать, ни набрать, ничего не сделать. Привет, Омск. Блять. Посолыть-то забыл. Надо же посолить. Новосибирск, привет. Нет, не буду на кубки и шаньки. Омлет, да, омлет. Блин, миллион видео на канале и везде есть, как я там узнал, какие там истории. Не поленитесь, посмотрите, может, что-нибудь полезного еще увидите, если интересного.
Блядь, вы чё угораете? Почему как Ронни? Блядь, следующий спрос. А почему как Фил Хит что-нибудь не делаешь? А почему как Кай Грин что-нибудь не делаешь? Я что должен, блядь? Я сам себе, я личность, блядь, ёбаный в рот. Я сам делаю так, как я хочу. Почему я должен делать так, как кто-то делал? Я считаю себя личностью. Личностью, которая пытается развиваться. И у меня есть свои заморочки. Поэтому я делаю так, как я хочу, как мне нравится. Чтобы потом, когда-нибудь, через несколько лет, говорили кто-нибудь, а почему ты как Водянов не делаешь? Ну вот, может, как-то так. Вот, так что, так, сейчас я вас сюда поставлю обратно. Надо вывалить яички, белок. Белок готов. Тренировка на ноги будет в воскресенье в Краснодаре. Что-то будет нереальное, скорее всего. Возможно, что-то будет вообще такое, короче, бац, прям ух. Наверное, в Краснодаре. Так, теперь да, о, сюда сыпь. Чайку надо замутить. Где кто? Это, блин, так. Чё там? Нет, по интернету не тренирую. Сладкое, когда ем, всегда ем. Вон, пол кружки сахара, блин. Сладкое всегда ем. Мне похер на сладкое. Блять, какой пакет-то злоебучий попался. Не слазит. Подонок. Да, я сладкое всегда ем. Чай мега сладкий. Просто куча сахара. Чё за чай? Гринфилд с лимоном вкус. У меня на самом деле там это сейчас покажу. Мне сейчас просто настроения никакого нету, ни с кем, нихуя, ничего не хочется. У меня тут, смотрите, вон, блядь, банок сколько там, такой чай есть, такой там, блядь, вон еще и хуй вот куча всяких разных. Иногда завариваю. Сейчас нихуя ничего не хочу заваривать. Не знаю, Рус, когда смонтирую, блядь, вообще. Не стоит ни на монтаж. Вашпе. Так, пойдем чай наливать. В тот раз холодный налил. Сейчас горячий надо наливать. Кофе не... Ну, кофе я в клубе пью. Это горячее, горячее. Мы откуда? Мы из Москвы. Да? Банда. Ну, в смысле, я из Москвы. Ну что ты, блядь, камера. А, любите Москву? А сами откуда? С Москвы? Ну, хорошо,
приезжайте в фитнес-клуб «Инферно» в Чертаново. Может, еще не только Москву полюбите, еще и фитнес полюбите. Как? Метро «Академика» и «Ангелера», Сашанский проезд, дом 3. Всех ждем. Всех жду в клубе. Занимаетесь? Ну, приезжайте, вместе позанимаемся, поперископим на тренировке. Все приезжайте, ё-моё, вот хоть бы кто-нибудь, блядь, приехал. Столько народу, просто немерено. Да я. А как дело касается, никто ни хрена не приедет. Клуб открыт для всех. Вот приезжайте, говорите, вот я вот с перископа, где Иван? Я всех пущу в зал. И поперископим вместе. Народ, наверное, сам будет. Нет, не штангист. Будем включать перископ. Говорит, во, вот это вот она там была. Или он там был. И будем качаться вместе. Хардкор. Кто хочет качаться со мной вместе, приезжайте. Может, что-нибудь подскажу. Катюха, да, тебя дождешься, блин, ты приедешь. Ой. Классные мышцы. Так, надо как-нибудь поставить, чтобы меня особо не видно было. Приезжай. В какое время там? Каждый день. Во второй половине дня. Для уточнения можете написать ВКонтакте, чтобы точно не ошибиться. Я напишу, если вы когда-нибудь соберетесь. Я на самом деле не шучу. Почему мы с Саней все время говорим, приезжайте кто-нибудь? Если вам интересно, на самом деле, пишите ВКонтакте, я вам скину адрес. Если вы так не запоминаете, ну, сейчас, в данный момент, записать негде. Рассашанский проезд, дом 3. Можете в Яндексе, в навигаторе, если на машине, забить просто «Инферно». Вас навигатор приведет. Вон, ребята сегодня приезжают в 9, кстати. Я надеюсь, что кто-нибудь приедет сегодня. Сегодня еще Ксюша, наверное, будет, которая вчера... Видели, писала в чате. Ксения Ассас, ник у нее. Наверное, будет. Так я не хочу поворачиваться, это самое, я хочу поесть. Я просто не люблю, ну, неприлично, наверное, есть перед людьми в одно лицо. Я вам бицепс покажу лучше, вот так вот. И буду есть. Вот так. Во. Видели? Вот. Латте захотел. Приезжайте хотя бы один раз. Первый раз бесплатно. Там уже дальше поймете, сколько стоит, сколько чего. Может, вам понравится. Может, не понравится. Ну что, кто приедет-то? Кто не засыт, а? Ё-моё. Или только все смелые в перископе приехать? Наверное, сегодня потранслируем что-нибудь вечером после 9. У меня сегодня, кстати, руки. И я сегодня руки. Я сегодня легкая тренировка, я могу походить, поугарать на самом деле. Если кто-нибудь приедет, будем, короче, это. Если приедет 20, да я вам 100% говорю, что 2-3 даже не приедет, не то что 20.
приедет. Приезжайте хоть 50, клуб здоровый. На семинар вон всего 45 человек приехало, блядь. Вот, а обещалось больше сотни. Так что мне не страшно, если 20 приедет. Вчера тренировали плечи. Мы вчера ночью херачили с пули. В 3 часа ночи только разошлись. Кать, мы в шпильку не ездили. Нет, точно, я тебе отвечаю. Я вернул его домой. Мы возле подъезда еще тут сидели. Что здесь происходит? А, ты подсматривал в окно. Да, блин, надо есть. Кстати, сколько времени-то? О, блядь, мне в 3 часа уже собеседование начнутся. Ё-моё. Надо ехать. Конечно, 14. Мы только с пулей в 3 часа разъехались. Потом я еще домой приехал. Дома погонял еще несколько часов. Потом вроде угомонился. В 3:30 вон Катька говорит. Слушай, Кать, нет, я его в 3 высадил. Где он полчаса был, я не знаю. Наверное, блядь, может, к соседке забегал. Я в 3 его высадил. Я ответственный за до 3 часов. Где он был полчаса, я не знаю. Да делаю я станово, делаю. Где мы находимся? В данный момент на кухне. Скоро будем находиться в фитнес-клубе. Вот. А потом еще скоро мы будем тренировать что-нибудь. Или кого-нибудь еще. В каком городе? Город-герой. Москва. Столица. Курск, привет. Да, МКС еще сегодня будет, по-любому, наверное. МКС, да. Только на МКСе, сука, что-то со связью стало в последнее время. Дерьмово. Почему трансляция не сохраняется? Потому что я смотрю на себя, на свое унылое, дерьмовое настроение и их удаляю нахуй. Меня они бесят. Не делать нехуй, я по ночам тут сижу, гоняю и смотрю и удаляю их нахер. Вот. Да у меня уже это прошло. Я когда монтирую свои видео, у меня уже там сотни этих видео смонтировано. Я уже сам к себе привык. Поначалу мне было очень дерьмово. Было очень противно себя самого. Потом, когда уже это все переходит в определенную работу, уже не обращаешь внимания. Да, я знаю, мне. Ну, я к этому привык уже. Я ж, блядь, для Ютуба смонтировал столько роликов, что. Да, Сань, тортик. Птичье молоко столовое. Вот он тут постоянно лежит и прям так чик-чик-чик уменьшается постоянно. Там еще в холодильнике несколько лежит. Меня не манит, я
Подхожу, отхерачу кусочек, сожру и все. Нормально у меня. И качество не страдает. О, да, вы мне только Америку открыли. Дела и настроение. Дела, как сажа бела. Настроение. Надеюсь, к вечеру поднимется. Вот. Так, это, наверное, не со мной разговор. Поднимется, а ты откуда знаешь, Сэм? Пока там тишина. Пока мне не с кем отдыхать. Вот. Так что никак не отдыхаю. Привет. Привет. Клуб Инферно, Южная Чертаново. Злой качок. Пусть будет злой. Мне как-то пофигу. Какую физику? Сегодня приезжает народ. Я так по никам до сих пор не запоминаю. Там этот, как его, блин, которого мы заблокировали. Я не помню ники. Честно, без обид. Зелимхан, по-моему, да? Или кто-то еще там. Ну, в общем, посмотрим. Да, приедут пацаны, поснимаем перископ. Так, внимание, короткое объявление, рекламная пауза. Девочки, которым нужно прокачать попу, можно тоже приезжать. Абсолютно бесплатная, эксклюзивная тренировка от абсолютного чемпиона России по прокачиванию попок. Супер упражнения, новинки и прочие там секретные материалы. Всех ждем. Кому? Ну вот, сразу все в кусты. Никого нет. Билет на самолет? Ну, вон, кто-то билет на самолет покупает, а кому-то далеко на метро доехать или на машине. В трансляцию на ком показывать-то? На ком показывать-то методику? Хоть бы кто-нибудь приехал. Толстушек, да ну похер у кого, на самом деле. На себе любимом у меня и так задница нормально прокачанная. Я немножко другие использую методики для себя. Да в том-то и прикол, что девчонок много. Ладно, и хрен с ним. С перископа хоть кто-нибудь появится. Герои. А то все только пишут, пишут, пишут. Хватай и тренируй. Да, перископовые герои. В Москве. Ну да, одни боксеры. Я безработный.
Хаймер стоит, ждет меня еще. Как? До понедельника, скорее всего, надеюсь. Максимум до вторника. Вот. Какие упражнения есть на нижнюю часть груди? Отжимания на брусьях. Жим обратно, ну, жим вниз головой. Больше там особо ничего не придумаешь. 950 договорились. Блядь, ну пизду, давайте закроем эту тему. Пробег, год, блядь, то, сё, пятое, десятое. Какая нахуй разница? Я посмотрю, мне все понравилось. 950. Буду брать. Вот и все. Кататься. Какая нахуй разница? Пробег, год. У меня ваши советы. Извините, конечно, они мне, блядь, нахуй не нужны. Я привык сам решения все принимать. Вот. И сам принимаю решения, сам за них отвечаю. Если мне нужен чей-то совет, я спрошу. Сам, лично спрошу. Как бы без обид. Ладно? На блоках хорошо пампится грудь. Многоповторка. Да я не ругаюсь. Я не ругаюсь. Просто стараюсь прекратить бессмысленный разговор. Десятки, сотни вопросов про этот хаммер. И каждый там что-то мне посоветует. Ругаюсь очень, да, безбожно. Ругаюсь вообще очень сильно. Блядь. Педрила, блядь. У Инферно есть ВК-группа, страницы нет. Ну, группа в смысле есть. Да на любые, ну не на тупые вопросы, блядь. Абсолютно на любые. Что-нибудь человеческое, ё-моё. Человеческое, интересное. Я не знаю, ну, давно качаюсь. Всю жизнь качаюсь. Ну, даже раньше. Даже не с коляски, а прям с мамкиных... Только от сиськи оторвался в первый день и сразу начал качаться. Пожрал мурачка и давай качаться, сжать сиську мамкину. Вот. А потом меня батя, я не знаю, сколько там, пару месяцев было, на балконе на сушильной веревке повесил, блядь. Руками я взялся и висел. Это у меня вся родня этот момент вспоминает. Все, блядь, чуть сердце не остановилось. Но это так, наши личные, семейные там. Заморочки. В Краснодаре в воскресенье посмотрю, что там. Напряги бицуню, да? Вот. Удовлетворены? Нет, у меня папа не качок. Сало? А что, есть сало? Блядь, тащи давай. Давай в инферно. В подсобке у меня замочим. Давай сало. Я за хлебом пошел, за горчицей. Так, через час в инферно встречаемся. Ебать, ты все время сколько уже.
Я серьезно. Я не шучу. Я сало мне нравится иногда. С чесночком засоленное. Я даже сам солил раньше. Не, у меня с детства копченое не очень. Копченое нет. Не очень. Пизду копченое. С прослойкой, да. Мы раньше сами там. Мне брательник двоюродный солит вообще так. Ух, вообще. Просто бомба. Не бухаю вообще никогда. Для меня это незнакомо. Вон, шляпа привози. Привози с собой. Ха-ха. Сальца порежем в фитнес-баре. Разложим. Ха-ха. Пожрем. У меня минус зрение, минус один и минус полтора глаза. У меня смешанный астигматизм. Да, давай с Савом приезжай. Только не забудь предупредить, мы там Саня подъедет, Димон подъедет, лысый. Кто там еще? Всех соберем, как наебнем сальца. Я только за. Менеджеры пишут посты в группе Инферно. А кто сказал, что много сала? Я, например, не ел уже давным-давно. Я просто говорю, если там будет тема, то мы можем замочить. Поперископить. Да, блядь, опять сколько он за хаммер хочет. На 950 я его уболтал, вроде как. Ой, блядь, майка америкосовская, ёбаный в рот. Все, отключайся, нахуй. Не смотри. Так, сейчас пару секунд. Блять, это не пивные бокалы, Вася. Это, да, это пивные бокалы. Хуй знает, это просто бокалы, блять, на всякий случай. Вот. Ой, блядь, закрыл точно, извините. Блядь, какая тут дырочка маленькая, она закрывается и звука нет. Я понял, понял. Короче, пресс помогут, правильное питание поможет сделать пресс, а не упражнения. Вот. Посмотрите на канале, у меня этих миллион там вопросов и ответов. Миллион. Вот. Так что да.
Ну все, я же говорю, выключайте трансляцию. Желтки выкидывает, курит, матом ругается. Просто какой-то свинья, блядь. Гоп-стоп. Сауна финская в инферно. Да, и, кстати, майки американские, все, я просто недостоин жить в этой стране. Я должен быть изгнан. Да, и, сука, бокалы пивные. Да, точно, блин. И посуду еще не помыл. И вот, и лайки одни зеленые. Вот поэтому мне хреново. Нет у меня жены. Кардиотеатр, это знаете, когда есть кардио, есть телевизоры. Вот когда есть телевизор, это типа кардиотеатра. И когда нет телевизоров, это просто кардио. Бля, ладно. Никак к фарме не отношусь, мы эти вопросы здесь не обсуждаем. За повторное блокирование. Если будете опять про фарм. Маши нету больше. Блядь, педрила нахуй. Улетел отсюда. Если вы посмотрите еще несколько трансляций, поймете, что вы не правы, не грубоваты, только с долбоебами. Вес не знаю какой. Можно, конечно, набрать с гейнера, но только гейнер это не единственное, с чего надо набирать. Нужно много-много есть. Гейнер просто чуть-чуть помогает калорийность набирать. Вот и все. Так вот, майка америкосовская. Да я не парюсь, я говорю, чем больше банишь, мне вот это какие-то там высказывания чисто неинтересны. Макс Троян. Ну, давайте, смотрите Макса Трояна. Можете себе еще, блядь, что-нибудь вколоть куда-нибудь. В голову там, в грудь, блядь, еще куда-нибудь, в живот, нахуй. Вколоть. Где-нибудь в общественном месте, блядь. Че, охуенный пример для подражания. Я в душе не понимаю, кто такой Макс. Саня, это чувак, который, блядь, пиздюк какой-то, который, короче, ходил, вкалывал себе, блядь, везде, просто вот так, прям, в грудь, блядь. А потом весь, блядь, в абсцессах. Я таких долбоебов просто не смотрю, и я вообще мне как бы не интересно это все. Да, пусть слушают его, да. Ну, может быть, Малина, может быть, Троян. Там хрен редьки не слаще. Возможно, перепутал. Так что... Малина, блядь. Да насрать на них вообще. Сань, никому это не докажешь. Пусть смотрят. Господи. Правильно? Пусть подражают. Пусть что хотят делают. У нас свободная страна.
Одни зеленые лайки, кто-то строчит, наверное, хочет перебить рекорд. Да, пусть советуют. Да, в Инферно 15 минут бесплатного массажа. Можете приходить. Чем интересуюсь, кроме бодибилдинга? Не знаю, в данный момент ничем. Зачем курю? Хер его знает, зачем курю. Понятно. Блин, дочь, а я тут ругаюсь. Нет, хомяка еще не забрал. У меня еще раньше не забрали, поэтому я хомяка не забрал. Планы на сегодня? Блять, планы на сегодня. Мне главное не опоздать на собеседование. Сейчас 3 часа собеседования начнутся. Надо кучу народу сегодня послушать. Посмотреть. Там сотрудников новых набираю. Потом что, пожрать, потренироваться, поработать сегодня. И тренера тоже. И тренера тоже. И администраторы. Вот. Так что всех. Всех набираем. Звоните в клуб, оставляйте координаты, вам скажут почту, присылайте резюме, либо свяжитесь с Полиной. Она занимается у нас кадрами. Я с себя все снимаю. Я очень добрый, поэтому я решил нанять такую злую сучару, которая всех отымеет в клубе. Потому что мне уже все на шею висели. И ножки свесили. Вот. Так что теперь ко мне вопросы можно не писать. Меня уже заебало. Какая-то херня все бегут ко мне. Иван там. То все, у меня там, блядь, проблемы. Блядь, у меня что ли нет проблем? Почему мои проблемы никто не решает? У всех проблемы, я должен во все ситуации входить. Какой-нибудь клиент что-нибудь там, я не знаю, пукнет, обосрется. Блядь, мне ВКонтакте заебывают написывать. Вот у вас там то, вот у вас там это, блядь. Хули мне писать-то, блядь? Что-то не нравится? Иди, там есть сотрудники, разбирайся, все по правилам. Договор есть. Вот это напрягает. Особенно, знаете, что напрягает? У меня, блядь, когда клуб открыл, появилось сразу, блядь, просто сотни друзей, которые, как бы, считают нужным. Иван, а для меня там скидка. Да кто ты, блядь? Я тебя в жизни, блядь, в глаза не видел, ебаный в рот. Кто ты? У меня есть, блядь, вот, на пальцах. Пересчитать, сколько у меня товарищей. Ну, каждый считает себе нужным, что я, блядь, построил клуб, вложил туда, блядь, хуевую вот тучу денег, тем более еще не своих, въебывал год, блядь, для того, чтобы, блядь, бесплатно раздавать карты. Вот это меня вообще убивает, блядь. У меня сразу тысячи друзей появились, нахуй. Сань, какую ты скидку просил? Ты что, гоняешь, что ли? Так что я немножко о другом. Вот. Это такая же хуйня, как, братан, что тебе впадло, что ли, напиши программу. Блять, где ты работаешь? В автосервисе? Братан, давай я к тебе рендж пригоню, блять, почини мне его бесплатно, блять, что тебе впадло, что ли? Давай там найди запчасти, блять, почини, сделай мне ТО там на 150 косарей, что тебе впадло, что ли, нахуй? Блять, это пиздец вот это вот, я не знаю. Вот. Ну вот у нас такое отношение. Вот, кстати, к тренерам от такое отношение, спортсменам. Они считают, что это, блядь, не труд. Вот. Типа, что тебе впадло, напиши, что ли. К фотографам тоже, да. Чё фотографу, блядь? То, что он, блядь, там въебывает нахуй, зарабатывает, блядь, на эту аппаратуру, которая вон у Сани, блядь, на 500 000 в рюкзаке аппаратуры, нахуй. И все считают, что да хули ему там щелкнуть, блядь. Пипец просто. Чё там фотку-то щелкнуть? Ну. Да, есть такие вот, как бы, профессии, которые, типа, люди... Чё, впадло, что ли? Блин, вот это... Ладно, меня что-то разнесло опять.
Разнесло. Я думаю, адекватные люди понимают, о чем я говорю, а долбоебы, они никогда этого не поймут. Поэтому вот нас тут и 47 человек. Я думаю, что здесь большинство адекватные люди остались. Вот. Я думаю, все прекрасно понимают, что каждый труд, он должен оцениваться. Вот. Ну, я чересчур, блядь, добрый, поэтому мне на шею, блядь, сели все сотрудники. Поэтому 80% персонала клуба. Все. Нету. Новые правила. Как выбрать тренера? Блин, у меня где-то видео, по-моему, есть на канале. Ладно, давайте, народ, мне надо собираться, надо это, короче, это, идти в зал, мчать, там уже собеседование на скоро начнутся. Все, давайте там, до вечера. Спасибо, что послушали мою матершину. Да, сегодня буду еще обязательно. Все, давайте.